Всем привет, продолжаются мои заявки, точнее мои заявки, ваши заявки, мои реакции, все как обычно. Тяжело быть дауном, ладно, не важно, не так уж тяжело, на самом деле это очень легко. Погнали с четвертую серию, дело номер 4, точнее, одноногий дед называется, ну я думаю, что это что-то жутковатое будет. Раз, два, три. Я обычно, как обычно, смотрю на YouTube, потому что мне хочется посмотреть без... скажите, господи, да я скажу. Так, вот это лучше, наверное, или так. Да, я переставила просто на другую сторону. Боюсь все время, что он со стола навернется. Так вроде лучше даже смотрится. Хотя кто знает, может и не лучше. Главное, чтобы мне никто не позвонил. Глубокий вдох. 10 секунд не дышим. Выдох. Как себя чувствуете? Отлично. Конечно, столько народу побивал. Наслаждаю жизнь. Это хорошо, что веселый человек. Надо подать духом. Как проводите свободное время? Ну, сейчас... Людей убиваю периодически. Как вы сказали, стараюсь проводить больше времени среди людей. Среди их трупов, он хотел сказать, наверное. Так, еще либо подышим. Какой противный дед, а? Еще довольно такой. Я думала, он у меня сейчас посмотрит, хотя он... Ну, ты козел. Это он типа к нему домой приезжает, что ли, осматривает его? Доченька, а ты чего здесь сидишь? Тебя не подвезти? Да мне бы до Вишневки доехать, я на автобус опоздала. До Вишневки? А садись, заедем. Правда? Конечно, грех не помочь. Это тот самый Блин, спасибо вам большое, благодарю вас. А, точно. Да ты не бойся, садись. Я нормально вожу. Точно? Конечно. Ну, хорошо. Продолжение истории. Расскажите мне, что это была за история. А как звать-то тебя? Дана! Реально, что ли? Такой, старичок уже древний-древний. Хотя тут тоже старик. Приятно познакомиться, дядь Вась. Приятно! А чего в наших краях? Ну как, отец умер? Мама переехала сюда. Вот и езжу, обещаю. Помогаю по дому, по хозяйству. Да-да-да, помогать надо, надо. 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 Вы что, далеко отъехали? Дядь Вась, вы меня слышите? Дядь Вась, вы далеко отъехали? Дядь Вась! Чё-то мы далеко отъехали. Спасибо вам большое. Дальше я сама. Ага. Ай! Пустите! Дядя Вася! Что вы делаете? Помогите! Помогите! Тихо. Издевайся, шутка. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. августа на пути в село Вишневка было найдено тело девушки, предположительно 25-30 лет. Убитая была изнасилована, облита соляркой и сожжена. В районе грудной клетки, в области сердца, найдены были полуторезанные раны, несовместимые с жизнью. Старики самые извращенцы, по-моему. Отпечатков пальцев... Ну, не все, конечно. Не буду обобщать.
Так как это четвертое тело за последний месяц с одинаковым почерком убийств, специальный отдел заключает, что в районе квадратах сел Вишневка, Ахколь, Ахшала, Ахкарлы и Октябрьск орудует серийный маньяк с сексуальными наклонностями. Согласна. Один в один. Описание. Ты чё? Чё думаешь? Да я же говорю, мы в полной жопе. Все наши версии мимо. Таксиста всех допросили. Водители рейсовых автобусов тоже ничего не знают, ничего не видели. Свидетели видели, как девушка стояла на трассе, но кому села, не знаю. Это значит, он не вызывает никаких подозрений. Ну да, одноногий дед вызывает мало подозрений. Хотя я ко всем реально, ко всем пожилым людям, я имею в виду старичкам таким, которая так шутливо, всегда отношусь с опаской, потому что столкнулась просто в своей жизни с такими немножко извращенцами, стариками. Давай с самого начала подумай. Мы что-то пропустили. Чего пропустили? Я маленькая была. Всех подозреваемых, всех свидетелей проверили же. Сидели здесь в засаде 2 недели, ё-мы. Всю жопу подсиделных. До сих пор, можно сказать, детская травма. Бля, ну ты же видишь, братан. Убийства в этом квартале продолжаются, значит, что-то не то. Может, какой-то залетный, а? Специально мозг парит. Чтобы следствие запутать. Ты же знаешь, где мы трупы находили? Залетный не может найти такие места. Раз он такой беспредельщик, он бас стимит на другом трубу. Ну, явно. Дурачок какой-нибудь. Вряд ли девушки сели бы в машину к дурачку. Эта сука у жертв вызывает доверие. Чем мы упустили, а? Девушка! Здрасте. Рахим Шалхар, уголовный розыск. Извините за беспокойство. Вы из города приехали? Знакомая личка. А как часто ездят автобусы? Мой автобус приезжает 15:00, а остальные я не в курсе. А если не на автобусе, на чем приезжать? Раньше на попутках приезжала, но как начались убийства, только на автобусе. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Бензинчиком не поможешь, а? Закончился, дома не могу попасть. Конечно, конечно. Строй ты себя доброго дедушку, все дела. Наташка, а ты один кататься не боишься? А ты про маньяка, что ли? Да зачем мне ему нужен? Я невкусный. Блядь, таких уродов надо расстреливать. Конченые. Надеюсь, его поймают
А еще лучше не менты. Сейчас обидится. Узмис джиктер саса. Вот тогда пиздец плодал. Хватит, хватит, спасибо. Мне тут недалеко. Джидема? Да, да, спасибо. Джаксунда. Все, до свидания. Че, не нравится, да, когда тебя отморозку называют? Черт. Черт. Дорогой. Ой, тихо. Ты чё как чёрт? Бля, на жерде миллион вариант бар. Ты не готрыдка, не? Наш знакомый. Или друг там. Сосед. И вообще там мы не берем, а? Еще раз забег шабалат остаток, вот рыб машина. Да, логично, согласен. Может, без монет вообще меньшар? В смысле? Логично же. Там доверяют, так? Ну, на крайний ратят, но мин-мин. Машина вот тут кит-то кило. Сейчас их начнут подозревать. Если без вместе сможем. Помнишь участковый ербуд? Бас на бзыгу кумет из черного армии Джугрюк. И тут бас слился. И что ты думаешь, это он? Если бы знал, он или не он, если бы боят бас там вот это. Ой, какой там шизо. А просто давай проверим. Давай, давай. Что, кишини сен? Идем. Иди не сен. Понизал. А знай, кишки дима. Э. Кем был иди? Да, хватит. Кем конкретно? Батя, матя, сеструха, базуха. Давай себе вообще верме. Присму районно маньяк пар. Семью ведь форт пякуш. И вообще кот там кыш. Эй, Ербол. Қалайсың? Жақсы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хасинар. Че, какие новости? Да ничего, все так же ищем. Вот у меня есть как раз две зацепки. А вот здесь. Короче, ауылдың адамдары көл жақтан біраз адам байқаған екен. Говорит, что вели себя агрессивно. Көп ішкен, қолдарына пышақтар болған дейді. И у них было две машины, номера. Так, 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 так. А, ЖМ-3712 и АЕ-0086. Вот так. Ербол, ты чё пропал? А? Мен отпуск алган эм, беседа Жене. А чё случилось? Там дикий шарба, вон. Не, заебал, Ербол, ну, давай поконкретнее, по УСО общайся. Что? Холода волн, Мейс. Зачем? Слышал, да, вчера еще одна девушка умерла? Да, я слышал. Ну и что, где ты был? Тоже в больнице, что ли? Мужики, да вы что, охуели, что ли, меня подозревать, а? Эй, ты не быкуй, нахуй, Ербол. Давай поконкретнее общайся, нах, по уставу. Где ты был вчера, нах? Мен зиратта болдым, шешем жерледім. Это морозок, а? Смотрите, вся стена. Ну ты какой, а? Старпер поганый. Ну, опять же, никаких претензий к актеру, просто... Просто как...
Фу. Правильно сказали, чернуха, конечно, жесткая. Да, уж подташнёт. Кому там выглядывает? Жертва очередная. Ну, другая девушка, я думала, та же, которая приехала. Зарина. Ее просто в сериале Зариной зовут, поэтому. Только что стояла живая секунду назад. Ах ты, старый кретин. А, живая, подожди. Тихо. Шагать ее хочет. Козел. Беги ты. Ну как в таком состоянии убежишь, конечно же. Ну этот козел. Давай, давай, давай. Жертва. Морозок. Девушка славянской внешности. Возраст, ну, 25-26 лет. Изнасилована. Смерть наступила, скорее всего, от удара тупым предметом. Угу. Ну, вот этим камнем. Камнем, да? Да. Угу. Он ударил ее в грудь ножом. Видимо, она побежала, и он догнал да ее блядь, и по голове. Блядь, сука, в Котахпас, блядь! Он знает, что мы его ищем, но он продолжает Котахпас убивать, сука! Думан, брат, давай без истерики, а? Как без истерики, Шалхар? А мы только ранка зарни, какие шишлеры маган гелет нах? Мы не дим оларга нах? Или саган же видим обарлыган? Жигиттер, рұқсат болса, мен жүрейін. Бүгін біраз негізі ауылдың адамдары қаладан келді ғой. Поеду, допрошу. Может, кто что-нибудь знает? Давай, хорошо. Никаких зацепок, никаких зацепок. Так, все это... Ну и что бы ты сделал в таком случае? Когда у тебя ни зацепок, ни свидетелей, ни хера. Да, если честно, не знаю. Ничего бы ты не сделал. Какое-то же мертвое дело. Угу. Даже в мертвом деле есть выход. Чуйка. Давай, Шелка, думай. Ербол, стой! Стой, Ербол! Полный вар тебе на сколько хватает, а? Ну, километр 70. Думана, посвети. Так, мотоцикл привел его на мысль, да? Первое убийство случилось вот здесь вот. От Вишневки до Ахкадлы и Ахколя сколько километров? 50 километров. Шелка, второе и третье тело нашли возле Ахкадлы. Оттуда до Вишневки сколько? 70. Тело Даны нашли примерно возле Октябрьска. Оттуда сколько? Я там точно знаю, вообще это километр. Там мой брат живет. А отсюда до Вишневки? 40 с лишним. Сука, тогда все понятно. В общем, как мы все предполагали, маньяк местный житель и передвигается на мотоцикле. С чего ты решил, что он двигается на мотоцикле? Таким же успехом можно двигаться и на машине? Да, можно. Но заправка где находится? Далеко. Если на заправку у нас Вишневка. Вот и ответ. Чтобы ездить, он должен приезжать и заправляться. На дальней дистанции он не может выезжать. Блять, сука, пидарас, а. Все тогда нахуй. Мотоцикл жүргенің барлығын присылать етіміз керек.
сейчас, наверное, удочки начнет свои сворачивать. Его, надеюсь, вот пристрелят прям. Надеюсь, что его прям пристрелят в конце. Таких как он убивать надо. Эй, братишка. 15-й июль не сидимся? У меня в тот день Скотт пропал. Я выехал искать его. На мотоцикле? Ну да. В районе до Джертурган, где-то мотоцикл в Орехе. Оның ішіндегі төртеуі минус. Сейчас одну ногу опять не будут брать в расчет. Многочисленные свидетели это доказывают. Ты учился в одной школе с погибшей Надеждой. Говорят, вы дружили? Ну, не сказать, что дружили. Так, нет-нет, виделись. А вот мать погибшей говорит, что ты часто подвозил ее на своем мотоцикле. Надежда Ульгентина, хочешь ли обезгать твой? Алтунде бір еркек пен ұрсыпты. Айтады ма? Да. Надежду и других девушек ты убил? Да не, вы чё? Это не я. Ночью мы поругались, потому что она просила меня развести шину. Минула из тела. После этого я Надю больше не видел. А это дело почему убрали? И анда какой-то брышал на коллега. Жалострот. Сосна алптасадна разработка. Подожди, он одной ногой водит мотоцикл, да? Да, да. А где он был, когда происходили убийства? Как какого алиби? У него нету. Потом на другого распятниц. При опросе сказал, что все время дома сидит. Ну давай его тоже в разработку. Бля, Шалхар, не деген адамсың сен. Чуйка. Давай, давай. Хитрый жука. Фу. Мухи. В масле он жрет, блин. Фу, блин, мерзкий. Че? Напрягся. А кто там? Сейчас будет из себя строить. А... Да? Да-да! Вера, стойте! На улице жарко, тут и поговорим. Сейчас! Сейчас! Я надеюсь, он поймет по бегущим глазкам. Здравствуйте! Какой здравствуйте, я сразу, братан. Смотрите, какой актер. Оскар ему. Сразу принюхался. О, «Поле чудес» смотрите? Да, это моя любимая передача. Я ее каждый день смотрю. Наизусть знаю. А чем могу помочь? А вы присаживайтесь, поговорим. Дядя Вася, все нормально, не волнуйтесь, хорошо? Мы тут опрашиваем людей там. То, что видел. А, так это, угу. Я заговорил участковому уже. Угу. Ничего не видел. Стращука старый. Ничего не знаю. Я же дома всегда сижу. Вы же такой молодой. В рассвете сил. Да чего ну. Дома сидеть-то? Да ну. Кстати, дядя Вась, я возле гаража видел мотоцикл. Он рабочий? А... Со стены залепил, блин. Ну да, конечно, я рабочий. Защука. Вот выехали бы на нем на рыбалку, развеялись бы. Да нет, вообще. Сейчас же жара на улице, еще давление скаканет.
Я стараюсь сейчас из дома не выходить, нет. Вечерком вы выехали? А вечерком у меня зрение слабое. Я же в темноте-то почти ничего не вижу. Еще разобьюсь, вот-вот. Не дай бог, вот-вот. Кстати, дядь Вась, мы вчера с Думаном тоже смотрели «Поле чудес». Так и не досмотрели. Кто там в итоге выиграл? Вот эта женщина из Ташкента или этот тракторист из Омска? Проверить решил. Молодец. Это... Четко. Вчера... Решил обработать. А чё-то память у меня. А вот это же... Да, вот эта женщина же из Ташкента. А, да-да-да-да-да. Да. Точно, точно. Она была поумнее. Да, да. Да. Ладно, дядь Вась. Поехали, проедемся с нами в отделение. А в честь чего это? А в честь того, что ты подозреваем. Быстро оделся и поехали, понял? Да, одевайся. Поехали, я сказал. Давай. Все. Хорошо, они его решили пропустить. Вы что, охренели? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, за недоразумение. Походу, моча ёбнула в голову моим сотрудникам. Но вы не волнуйтесь, вас отпустят. А вы, блядь, оба на выход. Живо! Ты, блин, куда лезешь? Вечно нос свой засунул туда, куда не нужно. Блядь, бессонность не решили теперь все на инвалидность писать, а? Если газетчики об этом узнают, блядь, нас говном сожрут, не попекнутся, блин. Заскорядыч, я уверен, что этот шал есть убийца. Он говорил, что давно не ездил на своем мотоцикле, а хотя его пиджак воняет бензином. Всех жертв убивали днем, а обыски у Зигхантунерку из Мурмики дома подтвердит. Да, когда убили последнюю жертву, он говорил, что был дома и смотрел «Поле чудес». Хотя он сам спалился, он не был дома. И моя чуйка подсказывает, что это 100% он. Чуйка? Да. Вот не такой чуйка, блядь, да? Че, пару раз подфартил, все думаешь, пиздец? Ну, у нас по факту улик нету. Он же Скарич, давайте мы к нему домой поедем. Что-нибудь по-любому нужно. Короче, я как раз опять кибрам. Вернусь, чтобы здания этого шала не было. Ясно? Да ты, блин. Вообще не вовремя. Свои порядки устанавливаешь. Дежурную машину! Вот всегда начальство палки в колеса ставит всем. Что делать, Сайпо? Талантливым людям. Я его тут. Подержи немного. Я что-нибудь найду. Давай, let's go. Да, у тебя максимум час есть. Давай. Киток. Ёбни там ему хорошенько, ой, извините. Дядь Вася, все, мы разобрались. Сейчас я по-быстрому. Сорян, не сдержалась. Мы вас обратно домой отвезем, хорошо? Вот он. Может, воды, чай, а? Не надо, ничего. Точно? Какой он, а, блин, аж противно, как он лебезит. Блин, ну, если жук скользкий, там навозный. Поле чудес начнется. Поле чудес начнется. Сейчас тебе, блин, точки твои, блин. Козел какой. Давай, Шелкар. Болею за тебя. Файтинг. Потом еще, блин, за злом скажут ему, а нет, он просто решил перелезть, пофигу, не буду открывать. Ну, конечно же, тут сжег уже все, козел вот этот. А вдруг чем-то осталось. Thank you.
сжег где-то это, значит, там в любом случае хотя бы что-то могло сохраниться. То есть сгореть могло не все, а, допустим, какой-то кусочек остаться от чего-то, что он там сжег. Ага. Выпало. Кошелек. Ключи. Нервничает. Так, он пришел опознавать, чьи ключи, да? К жертву начал ездить. Или пробовать зайти. Если ключи подойдут к одной из квартир, это подтвердит, что он убил одну из девушек. Ну, блин, капец, тут, конечно, ему придется гонять. Здесь мыли. Так, не тот. Устал я. Это же устали, смотри, как на рожу. Домой-то поедем. Дядя Вася, вы все закончили? Подождите сейчас, хорошо? Сейчас закончу. О, Господи, у меня же мурашки. Мы планируем победить! Ловите козла, он же бежит. Давайте-ка, несите меня домой. Так, сейчас. Блин, плохо, что мобильников не было, да, тогда? Уже бы позвонил, сказал, смс там на ковер. О. Козел, ты арестован. Пуля в лоб тебе, блин. Шмурашечки. Козел. Че, занервничал? Актер, блин, Погорелого театра. Он долго не признавал свое имя. Но через год сознался в 4 убийствах. Одно так и осталось нераскрытым. 5 апреля 96 года дядю Васю расстреляли. Есть, есть. Бог на свете. Так что доверяй своей чуйке. И перепроверяй людей. Чуйка. Наверное, тот 3-5 труп, скорее всего, на совести этого старпера, который вначале сидел, ухмылялся. Маньяк этот со стажем, который... Осипов Василий Александрович, 1940 года рождения. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрел. Приговор должен быть исполнен немедленно. Приготовься. Правильно, вот-вот. Кара небесная. Огонь! Отморозок. А как жить-то хочет? Скулит, как шавка просто убитая. А сколько жизни загубил? Ничего. Грустненько. Я имею в виду, что уже не вернешься живых. В живых тех, кого он погубил. Я, конечно, не знаю, как в Казахстане приговаривали
казни, но что-то как-то странно, прям в поле убили. Я думала, есть какие-то специальные места, учреждения, где приводят приговор. А Билл Мансур Сериков Шалкар. Решил досмотреть наконец до конца. Музыка такая просто здесь. Печальненько. Короче, пацаны, опять то же самое. Изнасилована. Сразу же сниму на пятую серию. Вроде всего пять вышло. Почему ты все? А, нет, шестая вроде тоже вышла, уже говорит. Говорят. Не говорят, а видно. Так, дед, четвертый дед. Дальше нужно на пятую серию переключить. Так, деда закрываем и дальше. Я что-то не уверен насчет него.